Всем приветики. Купил такой вот подарочек для своей мамы. Это получается мягкая игрушка. Серьезно, они его, конечно, замотали. Ну, в общем, такой вот он, ждунчик. Ждунчика купил просто. Мама говорила, вот видела там у кого-то где-то сидел ждунчик прикольный, хотела бы себе, чтобы у меня на кухне такой сидел. И все, и забыла про это. А я запомнил, решил, ну, раз хочет, надо подарить. Ну, и в итоге вот купил такого ждунчика. Он такой на ощупь мягенький, такой приятненький. Правда, пальцы у него на картинке были получше, они как были так вот, да, вот так вот они были друг между другом, так вот, были красиво так сложены, вот так вот были сложены пальчики, вот так вот, типа, да, во, вот так вот на картинке, на фото, ну, там, где я покупал, в том магазине, а там пальчики были так вот скрещены, как бы, ну, как обычный ждун, во, так красиво, или они просто так вот, или они вот так вот. Так же, конечно же, красивее. Больше на ждуна похоже. Вот такой вот ждунчик прикольный. Сам по себе он где-то сантиметров 16. Такой вот будет сидеть, ждать чего-нибудь. Не, на самом деле игрушка такая прикольная. Только единственное, что бы хотелось, чтобы у него нос был такой, более такой. Ну, как на мемах такой вот он сидит. Где-то вот так вот сидит он. Здесь у него голова так вот поднята. А на мемах у него, ну, как-то вот так. Ну, шея повыше. Или не повыше, но как бы руки где-то так вот пониже. Да, вот так вот где-то. Он их на животе держит. И нос такой, типа, во. Вот так вот он сидит примерно на мемах. Руки на животе. Это типа живот здесь на животе. Руки такие скрещенные с пальцами. И нос такой, типа, ждет. А тут он такой, типа, гордый, что-то там... Ну, вот такая вот штука, как бы. У него здесь руки просто сшиты. Может их разрезать, как бы, чтобы можно было их разводить, сводить, как бы. Ну, но это уже не мне, как бы, решать, потому что это все-таки подарок. Поэтому я подарю как есть, а дальше уже пускай она сама смотрит, какие лучше, какие удобнее. Вот такой вот прикольный ждунчик. Надо посмотреть, если... Есть более-менее такой, чтобы нос был такой загнут, ну, как-то более как на мемах, то можно и себе такое купить. Прикольная игрушка, поставить себе так возле компа. Буду сидеть, и он такой будет где-нибудь рядом сидеть, смотреть на меня такой, ждать чего-нибудь. Ну, такая прикольная мягкая игрушка такая вот. Вот, такой вот ждунчик. Такие дела, вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.